Добрый вечер. В эфире «Вести Карачаево-Черкесия», в студии Ярослав Чекланов. Сегодня глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в 33-й сессии Народного собрания. Он поблагодарил депутатский корпус за активную работу в уходящем году, совместную деятельность с органами исполнительной власти, направленную на социально-экономическое развитие республики, повышение уровня благосостояния граждан. 2021 год был насыщен на события. В Карачаево-Черкесии продолжается борьба с распространением COVID-19. Параллельно решаются важные для населения вопросы, исполняются поручения президента и правительства Российской Федерации. В рамках работы сессии парламента рассмотрели расходную часть бюджета Карачаево-Черкесии на 2022 год с учетом обращений граждан на прямую линию к Рашиду Тимрезову и поручений главы республики. Как и в предыдущие годы, бюджет региона на предстоящий финансовый год будет иметь выраженную социальную направленность. Объем расходов по социально ориентированным отраслям планируется на уровне более 63%. В приоритете реализация национальных проектов и мер социальной поддержки населения. Общественная палата Карачаево-Черкесии празднует свой юбилей – 10 лет. Слова поздравления в такой праздник ей адресовали первые лица республики – представители министерств, ведомств, общественной и религиозной организации. На дне рождения побывала и Фатима Даурова. На торжественном мероприятии в честь десятилетия Общественной палаты Карачаево-Черкесии спикер парламента Республики Александр Иванов поприветствовал членов организации от имени главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова и парламентского корпуса. Он подчеркнул, что благодаря огромному опыту были реализованы многие инициативы, направленные прежде всего на улучшение жизни людей и развитие региона. За время своей работы члены Общественной палаты показали свою компетентность, профессионализм, способность к оперативному решению актуальных вопросов жизни республики. Это развитие межнациональных отношений, противодействие коррупции, вопросы экологии, здравоохранения, культуры, образования. Общественная палата стала действенным органом качественной экспертизы, в том числе и прежде всего законопроектов, а также эффективной площадкой для диалога между гражданами и властью. Александр Иванов вручил активным общественникам благодарности главы республики и почетные грамоты Президиума Народного собрания. Вера Молдаванова, стоявшая у истоков создания и формирования палаты, как структуры в целом, и возглавляла ее в течение трех созывов, поздравила своих коллег с юбилеем. В течение этих 10 лет мы, конечно, старались все социальные проблемы, все социальные вопросы, которые поднимало население перед Общественной палатой, выносить на обсуждение с приглашением всех руководителей государственной власти и народного собрания, где всегда, я хочу сказать, была обстановка очень доброжелательная, в которой государственная власть объясняла, разъясняла и принимала все предложения, которые поднимала Общественная палата. Поэтому я благодарна всем трем составам Общественной палаты. Люди, конечно, с воодушевлением поднимали эти вопросы, обсуждали, невзирая на то, что они были очень заняты своей повседневной работой. За 10 лет членами Общественной палаты были специалисты и руководители, представители общественных организаций, трудовых коллективов, врачи, педагоги, молодые активисты, которые выполняли общественную работу по зову сердца и долга. В качестве уполномоченного по правам ребенка и в качестве председателя избирательной комиссии республики все 10 лет работы Общественной палаты были у меня на глазах. И мы видели, как становился и креп этот очень важный институт развития гражданского общества. Как здесь сформировалась площадка, где люди с самыми разными мнениями, убеждениями, взглядами находили выход из сложных ситуаций, решали актуальные проблемы, которые волнуют каждого жителя республики. Председатель Общественной палаты Карачаево-Черкесии Елена Ляшова, поздравляя своих коллег, подчеркнула, что на сегодняшний день Общественная палата – это сплоченный многонациональный коллектив, активно взаимодействующий с органами власти и населением республики. Что в поле зрения палаты были и остаются все сферы деятельности, как социальное предпринимательство, развитие территориального самоуправления, волонтерство,
волонтерства, патриотического воспитания молодежи, охраны окружающей среды. Наша деятельность нацелена на улучшение жизни и благосостояния наших граждан. Двери общественной палаты всегда открыты. Мы всегда рады, когда приходят к нам, обращаются, участвуют в наших различных мероприятиях. Фатима Даурова, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 31 253 человека. Из них 27 156 выздоровели, 498 человек госпитализированы. В Карачаево-Черкесии полицейскими выявлен подпольный цех, в котором незаконно производилась алкогольная продукция. В помещении склада на окраине города Черкесска полицейскими было обнаружено оборудование, предназначенное для изготовления алкогольных напитков, а также 2300 бутылок готовой продукции. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Карачаево-Черкесской республике пресекли деятельность подпольного цеха, в котором производилась алкогольная продукция без соответствующей лицензии. В помещении склада на окраине города Черкесска полицейскими было обнаружено оборудование, предназначенное для изготовления алкогольных напитков, а также 2300 бутылок готовой продукции различных наименований и спиртосодержащая жидкость в полимерных емкостях общим объемом около 4000 литров. В ходе исследования в образцах изъятой жидкости обнаружены токсичные микропримеси, не характерные для водки и спирта. Следственными органами полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171 прим. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации. В организации незаконного производства подозревается 43-летний житель поселка Бавука. Ему избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии в отдельных районах осадки, дождь, мокрый снег. В горах местами сильные, туман, гололед, налипание мокрого снега. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 2, плюс 3, а днем 4-9 выше нуля. И в горах минус 1, плюс 4. В Черкесске ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 1, плюс 1, а днем 6-8 градусов выше нуля. Девчонки, шубы из норки в рассрочку без первого взноса и переплат от Снежки приехали в Черкесск только с 17 по 20 декабря. Центр развития предпринимательства, улица Горького, 8. И по секрету, меховой жилет – подарок. Продолжаем выпуск. В ауле Хельбурга Набазинского района состоялась научно-практическая конференция «Табуловские чтения-2021». Она проводится ежегодно. На мероприятии вспоминают ученого, основоположника абазинской литературы Тадлустана Табулова. В ходе работы конференции обсуждаются проблемы преподавания родных языков, обозначают пути их развития. Альбина Ламкова продолжит тему. Ацарако, ацара, цара, барако, рапунца, шара, шутхала, варат, ахит, ават. Изначально в научно-практической конференции «Табуловские чтения» задействованы и дети. Ранее среди учащихся школ, в которых преподают абазинский язык, устроили конкурс чтецов. Итоги подвели на заключительном мероприятии, где и состоялась церемония награждения учащихся и их учителей. Глава абазинского района Руслан Кужев, приветствуя гостей, сказал, что с первых дней работы районная администрация сохранение абазинского языка ставит как одно из приоритетных направлений своей деятельности. Ежегодно организаторами мероприятия выступает Международное объединение «Лошара», Карачаево-Черкесский государственный университет имени Умара Алиева и администрация Абазинского района. И при поддержке Министерства Республики по делам национальности, массовым коммуникациям и печати. Вспоминая его, изучая его труды, мы продолжаем его работу, продолжаем его дело. Ведь наше дело – сохранить народы нашей республики, сохранить их языки. Наше министерство со своей стороны делает все необходимое или хотя бы старается делать, чтобы
помочь в этом деле. В работе конференции, посвященной известному просветителю, фольклористу, создателю алфавитов на абадинском и черкесском языках, основоположнику абадинской литературы Татлустану Закиреевичу, приняли участие ученые, педагоги, эксперты, специализирующие по языкам народов Карачаево-Черкесии. В ходе конференции обсудили проблемы преподавания родных языков в средней и высшей школе. Стараюсь всегда участвовать или в очном формате, или в заочном формате участвовать в работе этой конференции, потому что те проблемы, которые обсуждаются на этой конференции, они являются проблемами не только абазинского языка, абазинской культуры, но и наших народов Карачаево-Черкесии и России, потому что стоят одни и те же задачи. Это в первую очередь сохранение и развитие наших языков. На пленарном заседании были заслушаны 5 докладов. Их тема вызвала оживленную дискуссию в зале. В ходе обсуждения поднятых проблем были высказаны предложения, которые вошли в итоговую резолюцию конференции. Альбина Ламкова, Анжела Джебекова, Мухаммед Ашибоков. Вести Карачаево-Черкесия, Абадинский район. В Черкесске прошла церемония награждения работников печатных и электронных средств массовой информации. Были отмечены лучшие авторские материалы по освещению межнациональных и межконфессиональных отношений. В числе победителей и сотрудники нашей телерадиокомпании, специальный корреспондент отдела публицистики Галина Алиева и корреспондент программы «Вести Карачаево-Черкесия» Фатима Даурова. Также на конкурсе представили материалы на родных языках. Без внимания не остался никто, собравшимся вручили грамоты, подарки, денежные премии. Организатором конкурса выступило Министерство по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Карачаево-Черкесии. Но конкурс будет традиционным, и мы будем улучшать качество, и работу улучшать, и просить коллег наших, чтобы они более активны еще были. И, кроме того, современные реалии развития цифровых технологий требуют этого. То есть в новом году конкурс будет чуть переформатирован. Я хочу сказать слова благодарности в адрес нашего министерства, потому что такое неоднозначное, сложное для всех время находится и желание, главное, наверное, и возможность отметить моих коллег, журналистов и печатных СМИ, и электронных СМИ, и как-то поддержать их таким образом, простимулировать. Тем более, я считаю, что такие конкурсы должны проводиться. Это большой стимул для журналистов, особенно молодого поколения. А взаимообогащение культур в нашей республике, ну, мне, во всяком случае, несложно, потому что люди у нас удивительные живут, добрые, открытые, радушные, готовые впустить не только в свой дом, в свою историю, в свою душу. Юные спортсмены из села Дружба завоевали призовые места на чемпионате и первенстве России по тхэквондо, который проходил в дворце единоборств «Акбарс» в Казани. 4 золотых медали в копилку нашей республики привезли тхэквондисты. Тренер спортсменов Исхак Гачияев серьезно готовит ребят к соревнованиям, воспитывая непоколебимую волю к победе. О победителях состязаний и о том, как они готовятся к чемпионатам, подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Сильные точные удары с разворота, который мгновенно достигает цели. Тренировочный день для тхэквондистов начинается с разминки и отработки ударов. Тренер юных чемпионов Исхак Гочаев с особым вниманием и усердием готовит ребят к соревнованиям. На прошедшем чемпионате тхэквондисты показали прекрасный результат, завоевав 7 медалей. Турусов Ислам делал, у него весовой категории было около 30 человек. Около 9 боев сделал. Не около, 9 боев сделал и занял первое место в своей категории 70 килограмм. Очень трудно гонял свой вес, вошел вес и первое место занял. Двое спортсменов во взрослой категории, Ислам Урусов и Леон Банов, стали победителями чемпионата и первенства России по тхэквондо, который проходил в Казани. А самый юный тхэквондист Амаль Чипчиков и Самат Наурузов также завоевали золотые медали в своих весовых категориях. Вдохновение на новые соревнования для получения таких же достижений для будущего своего. Спорт он развивает не только достижения в спорте, он развивает и достижения в жизни. Поэтому хочется покорять новые вершины. Надеемся на чемпионат мира. Я несколько раз уже ехал на чемпионат России. И выиграл.
Вот. Тяжело было? Нет, немножко было тяжело. Сколько бой сделал? У меня в этом году было 2 боя. Я выиграл. Помимо этого, 3 спортсмена завоевали бронзовые медали чемпионата и первенства России. Сейчас тхэквондисты готовятся к другим международным соревнованиям. Алихан Лепшоков, Ахмат Чутчаев, Ислам Урумов. Вести Карачаево-Черкесия, Прикубанский район. Это все вести. Прямо сейчас смотрите сериал «Тайны следствия».